Кино на ТВ Рус. Николай Иванович, вас Сергей Андреевич вызывает. Не нравится мне все это. Здравствуйте. Ходи. Зачем вызывал Сергей Андреевич? Они приняли решение тебя сократить. Дядь, а дядь, денег дай. Все хорошо. Боже, крыса. Дома. Домочка, дыши, 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 дыши. Девушка, потащите, пожалуйста, не закрывайте. Моей жене очень плохо, пожалуйста. Меня это не волнует, мужчина. Девушка, все, я сказал руки. Моя я сказал руки, уберите. Я вас прошу. Будем оформлять. Так, готово. У нас труп. Ну что, вставай, вставай, сука, ну. Падла, что ты сделал? Убил жену, да? Ты как думаешь, сколько ему за все это дадут? От 8 до 15. Жена, я тоже свою схоронил. А я свою не хоронил. Да ты освобожденный. Давно от хозяина-то? Вчера. Шел бы ты, Коль, домой, к семье. Нет у меня никого. Знаешь что, Коль, пойдем к нашим. Проходи, мил человек. Рита. Загнется здесь он. Это точно. Сергей Романюк в фильме «Бомж». В пятницу на ТВ Рус.